Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось делать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. Последний раз. Да, нас ждет Йотунхейм. Что значит дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал Гиббс. А почему Амела разбила чары? Магия Ивана сильна, но ее законы запутаны и туманны. Наверное, ведьмам они есть. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости. Не верится, что Один был мужем Фрейи. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йод, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йод не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрейя согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Хватит, никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Нашли алхимика, о котором я говорил? Ура! Скоро мы увидим великана! Ну, если все пойдет как задумано... Давай, выбери Йотунхейм и отправимся. Вероятно. Сын, голову. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Ой, об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Цель близка. Ну,
Чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте, на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. А? Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов? Идем. У меня на тебя большие планы. Поскорее. Ладно, ладно. Не жди себе. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. Неси. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор – разрушители всего. Я должен их чувствовать, но никого нет, все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Что-то происходит.
твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы, когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки... Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но... Что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Смотри, это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын.
Прощай, Фэй. Люблю тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз мама была из великанов, я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Хм. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Теперь ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму. Но мы еще освободили не всех валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может, за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Хм, странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Thank you.
Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда.